Всем приветики. Купила себе такой, заказала себе на Алиэкспрессе такой провод. Это USB с выходом просто на провода. Он пришел в обычном почтовом пакете с пупыркой и без ничего. Просто пакет с пупыркой, и вот так он лежал проводом 2 метра здесь. И сюда вставляется USB-шка, а на выходе провода. Для чего это надо? Для того, чтобы его можно было подключить к любому источнику питания. То есть, например, я могу сюда подключить провод от телефона, а на выходе подключить в не зарядник, а, например, просто в такой вот провод. И все, и будет работать. То есть, к примеру, вы берете обычный USB-провод, подключаете одну сторону к телефону, а другую сторону вставляете в зарядник. А так можно подключить одну сторону к телефону, этот провод сюда, и вот эту штуку уже подключить к любому устройству питания просто двумя проводами. То есть, к примеру, вот мы берем, вставляем сюда наш тестер, USB-тестер, а на выходе подключаем просто кабель с 5 вольтами. Внутри плюс, снаружи минус. Просто сложность в том, что штекеры там внутри маленькие, и нужно законнектить. Ну вот я вставил правильно, и вот идет. Видно, он 5 вольт идет. То есть можно присоединить вообще к любому источнику питания. Не обязательно такой вот зарядник подсоединять. Просто два провода можно подсоединить и к такому заряднику. Вот он работает. 5 вольт показывает. Ну, если будет что-то подключено к телефону, то и зарядка пойдет. То есть работает. А это обычный провод, не USB-шный. То есть вот такое устройство зарядное, но на выходе такая вот штучка. Довольно-таки удобно. Ну а дальше можно сделать еще удобнее. Это подключается в розетку. Сюда вставляется такой вот переходничок. А эти провода припаиваются к этим. Ну или сразу вот эти провода отсюда выкручиваются. А сюда вкручиваются вот эти. И получается, можно будет устройство, которое работает через USB и будет подключено к такому вот переходничку, таким переходничком подключаться к любому такому вот заряднику, у которого есть такой вот кабель. То есть удобненько. Такая вот штучка. Это я так специально заказал, чтобы можно было USB-устройство заряжать чем угодно. Не только именно USB-зарядником вот таким, а вообще чем угодно. Благодаря переходничку надевается на зарядник, на любой зарядник с таким вот разъемом переходничок. Но даже не с таким, вообще на любой зарядник можно взять, подсоединить два провода, и USB-устройство будет заряжаться от чего угодно получается. Потому что здесь два провода можно подать на любой источник питания, хоть даже на батарейке и вообще куда угодно, и будет идти зарядка. То есть удобная такая штучка. И теперь я могу заряжать USB-устройство от чего угодно. Вот. Такая вот покупочка. Хотя кажется, что зачем такой провод? Оказывается, вон оно как. Можно придумать много чего. Сделать зарядник из чего угодно для любого USB-устройства. Крутая штука на самом деле. Я специально заказывал такой с двумя проводами. Потому что там же 4 выхода вон внутри. И именно 2 из них идут на провода. Причем они так плотненько там сидят. И так красиво спаяны. Такие два ровненьких, кругленьких штекера. Ну, в общем, классненько сделано. Я доволен за то, что я хотел. Вот, ну на этом все. Всем покедово.